Всем привет, друзья! В этом видео покажем, как мы будем делать под армопояс. Вот проложили под заливку армопояса наверху. Также у нас тут осталось незапиленные окна. На низу мы не стали пилить ножовками, не сабельной пилой. Также по перемычкам еще не запилен газосиликатный блок. И под армопояс у нас оставлено 25 сантиметров. Облицовка проложена выше с учетом обкладки плит. Проложили внутренние стены. Стены эти тоже несущие. На них вот будут опираться плиты. Толщина стены 25 сантиметров. И будет заливаться армопояс по вот этим всем стенам, которые сейчас проложены. Это стена, которая отделяет дом от гаража. Вот такой гараж не маленький. И также еще потом будут перегородки в пол кирпича, но чуть позже. Такой станок для пилки газосиликатного блока. И вот такие блоки у нас остались все покоцанные, то есть в стену они не пойдут. Мы их сейчас обрежем, вырежем хорошую часть с них, так как в стену мы положили, которые поровней. А это сейчас пустим в дело. Скажи, сколько еще будет, Саша? Вот здесь на станке есть линейка. Ставишь по размеру, какой нужен газосиликатный блок. И отпиливаешь. Вот такая здесь. Вот такой диск пропиливает на 25 сантиметров по высоте. Вот иди покажи. Ключи его брать, что надо. Иди покажи. Вис покажет 52,8. Угу. Рулетка есть здесь? Ну, приси, пожалуйста, рулетку, Саша. 52,8, почти 53 вот сантиметра. Сейчас я отпилю и рулетку померю. Вот. Так, вот отпилили. Отпилили блок 52,8. Ну вот почти 53. Ну вот получше поставь, где это вот видно. Вот. Вот, видишь? 52,9. Ну да, у меня. Ну, 52,9, 52,8. Сейчас там Егор пилит на станке газосиликатный блок. Вот такие пластинки по 5 сантиметров из такого, из 40-го блока, который на поддонах, по 5, есть тут по 4,5 сантиметра примерно, вот плюс-минус. И пластинки он эти пилит не просто так, а мы сейчас будем ставить опалубку, только не из дерева, а из блоков. Уже проложили вот здесь заднюю стенку. Вот так, можно сказать, несъемная опалубка, вот Ромик подсказывает. И теперь эти блоки уже будем прокладывать сейчас с этой стороны, с передней. Вот тут по краю все по уровню, как продолжение стены. И внутри вот уже свяжется арматура, поставится каркас, и все это вот зальется. Зальется вот такая опалубка несъемная. И получается это то же самое, вот как у блоки, только у блоки, если пилить, то их намного тяжелее пилить. Или если их покупать, то тоже цена очень высокая.
И то есть у нас есть возможность распилить, но также продаются есть такие блоки по 5 сантиметров. Я знаю, мы уже до этого делали так опалубку на одном доме, уже очень давно делали. И заливался также бетон, залился, ничего не выдавило, то есть на клею все это приклеилось. Конечно, с виду страшновато, потому что столько бетона может, по идее, вот выдавить эту опалубку. Но вроде все выдержало, все держалось. Поэтому такой есть один из несложных, можно сказать, способов. То есть можно либо купить вот такой блок, либо можно также вот этим кирпичом красным рядовым также проложить на ребро, два кирпича будет, также 25 сантиметров. И у нас вот 25 сантиметров по высоте. Можно заменить красным кирпичом. Красным кирпичом, может быть, даже было бы и надежнее, но блок, он теплее, поэтому используем блок. И сейчас заведем угол на клей. Так, настелили клей. И кладем. И по уровню. Так, вот тут есть клей, с задней стороны его убираем. На том углу Сашка тоже кладет, вот завел угол. И натягиваем шнур, чтобы нам постоянно тут не смотреть каждый блок уровнем. Сейчас натянем шнур, по шнуру уже будем ориентироваться. Смотрите, я вот так забил гвоздик, чтобы не утянуло блок, так как только что положил на клей, еще свежая кладка, поэтому вот так зачаливаю. Проложили вот тут одну стену, вот так получилось внутри. И вот она идет, стена из красного кирпича. Здесь мы сделали разрыв, тут стена уже на 25, то есть не такая толстая. Здесь у нас на 400 и позволяет нам поставить вот эту стенку из газосиликатного блока. И еще зальется армопояс шириной 300 миллиметров, то есть 30 сантиметров будет шириной армопояс. Или даже можно еще поставить сюда утеплитель, при желании можно не ставить. Вот. А эта стена уже на 25, здесь будет подставляться доска, уже будет опалубка из доски, так как мы не можем, если мы положим из газосиликатного блока, то украдем еще 10 сантиметров. То есть тут тоже будет опираться на эту стену плита. То есть нам нельзя, чтобы опора была меньше 12 сантиметров. А здесь у нас стены позволяют. Поэтому в таких местах мы будем делать разрывы. И вот здесь по этим, по капитальным стенам, по внутренним, уже будет ставиться опалубка из доски. А по периметру дома мы делаем несъемную опалубку из газосиликатного блока. В этом месте у нас выпущена кладочная сетка. И мы ее сейчас вот так загнем наверх. Она, получается, ложится сверху потом на армопояс.
И чтобы она не мешала, прижмем кирпичом. Здесь накрыта у нас кладка сверху. Лежат кирпичи. И также эту сетку придавим, чтобы не мешало заливать армопояс. А потом уже опустим ее обратно. И наша работа по установке опалубки закончилась. Проложили из газосиликатного блока, из пятерки. Вот такой звук. Но должна выдержать, так как уже так заливали. И еще раз хочу вам сказать, что можно также из красного кирпича выложить два кирпича на ребро. По 12 получается. Вместе со швом 25 сантиметров примерно. И теперь ребята уже делают опалубку. Уже почти доделали. Осталось там на вентканалах сделать. Поставили. Здесь уже не делали. Делали не газосиликатным блоком, так как тут толщина стены уже меньше. На 250 идет. И тут в этом месте уже пришлось ставить деревянную опалубку. Поставили здесь шпильки, стянули через 70 сантиметров. И тут вот шпильки также саморезами прикрутили тут стену. Ну, вроде крепко все стоит. Связали каркас, поставили внутрь. Пока что так кинули временно, еще там нужно будет связывать между собой. Вот тут вот они проходят шпильки. Также там раскинули металлический каркас. И готовят уже под заливку бетона. Завтра уже будут принимать бетон и заливать армопояс. Армопояс идет по основным стенам, по всем, куда опираются плиты. И будет неразрывный. Даже по трубе будет идти армопояс. То есть, где вентканалы, будет также заливаться бетон, чтобы не разрывать. И по вот этим. То есть, по всему периметру дома вокруг и по внутренним стенам основным. Это вот одна, вторая стена и вот эти стены. На все эти стены опираются плиты. Высота армопояса 25 сантиметров, здесь ширина 25. И нужно учитывать опору плит, если чтобы опора плит ложилась минимум 12 сантиметров, если вот не позволяет, например, вот на эти стены кладется плита, и вы проложили газосиликатный блок, то здесь опора должна быть 12, и вот эта пятерка минимум 17 надо учитывать. Приехал миксер, сегодня заливка бетона. 7,5 кубов нужно заливать. Вот так в миксер наливают бетон в корыто, в ванну, и манипулятором корыто подаем наверх. Вот ребята подают и заливают. Заливать очень много, 7,5 кубов по кругу посчитали, уже вот эту часть залили, еще достаточно много заливать. Из ванны черпают ведрами, и потом еще бетон будет уплотняться,
провибрируется, уплотнится. Марка бетона, марку не знаешь? Марка бетона М300. Ну и будет надежный, крепкий армопояс. И задействованы 8 человек, 8 ребят заливают, двое внизу насыпают бетон, и манипулятор потом подает и ведром заливает армопояс. И залили парни бетон. Вот такой армопояс. Залили по кругу. По внутренним стенам тоже. По всем стенам, где вот опираются плиты. И смотрите, нигде вроде не выдавило стены. То есть вот эта опалубка у нас несъемная выдержала. Ни в каком месте у нас ничего не выдавило. Поэтому вот такой вариант можно использовать вот как съемную опалубку. Либо из кирпича, либо из пятерки газосиликатного блока. Ну а там, где вот стены тоньше, уже оставили деревянную опалубку, крепили. И на это ушло определенное время. А вот эту опалубку поставили намного быстрее. И вот здесь идет у нас вентканалы идут. Здесь поставили пеноплекс. Потом его можно продолбить ломиком. И будут вентканалы уже проложить внутри. А по кругу тоже вот залит бетон, связан вот армопояс. И теперь уже можно снимать опалубку вон там, где из досок. Ждем, когда придут плиты, и уже можно монтировать плиты. И залито вот все ровненько, так как вот когда мы проходили, клали газосиликатный блок вот этот, пятерку, под шнур. Поэтому опалубка залита без больших перепадов. Ну, там, где даже есть перепады, уже будем сыграем раствором, когда будем монтировать плиты. И вот таким способом у нас на доме заливался армопояс. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.